Севастополе в спортзале комплекса «Металлист» стартовал этап всеукраинских соревнований «Лига 10-13» по фехтованию. Идея организации турнира самых юных шпажистов вызрела в Федерации Украины, а инициативу проявили как нынешний президент Федерации страны, так и тренеры в областях. Свой весомый вклад внесли севастопольцы и лично президент Федерации фехтования Севастополя Сергей Михайлов. В турнире участвует больше 200 человек спортсменов из практически всех культивирующих фехтование городов плюс России. Лидеры у нас это Бекетов, Лавров, среди мальчиков старших, Захаренко, Лена Вичути, Ева, Захаренко, Антонина. Это старшие дети. Вот. А среди малышей, ну, кого-то отдельно выделять не хочется, потому что они только малыши. Но интересные малыши сами по себе. Самые юные севастопольские шпажисты получили возможность испытать свои силы в настоящих соревнованиях. Здесь царит иная атмосфера, чем на тренировке. Здесь приобретается опыт бескомпромиссных поединков. Я фехтовал со своими старшими и младшими, и еще фехтовал с другими, которые живут в других городах. У меня завтра 2003-2002 год. У меня, если 10 боев выиграю, я попаду в, ну, у меня будет третий разряд. Инициатива снизу, проявленная лидерами областных федераций фехтования, нашла поддержку. Нынешний турнир собрал более 200 спортсменов. Следующий соберет еще больше. Владимир Илларионов, программа «Наше время».